Всем доброго времени суток, зрители и гости канала, с вами Хрячий Батя Грегор, Хрящая Семья, и мы с вами продолжаем проходить Вуконга. Я буквально вернулся с ВК Фандом Феста, так что недельный перерыв, поэтому я буду тупить нещадно. В принципе, я до этого тупил, так что сильно ничего не изменится. Хотя, не, наверное, все-таки изменится. В общем, если что, сильно на меня не залиться. Кстати, появилась новая вкладочка «Музыкальное видео», то есть можно посмотреть вот ролики, которые мы с вами видели про сгоревший монастырь алчного жреца. Но нам это, правда, не надо. Нас с вами ждет... А что нас с вами ждет? Меня дуплила псина сутулая, которую сейчас нужно найти и раздуплить в ответ. Это по идее, конечно. Единственное, что... У нее были очень интересные тайминги, которые я уже забыл. Но я помню, что она прям такая, как выжидательная. Она не прям секунду атакует, как вот замах делает, а вот как-то типа, опа, скукожилась, и такая, оп, на тебе. Вроде правильно запомнил. Единственное, что... Я, кстати, еще неправильно пытался сломать. Вообще там по гайду должна быть стена Будды. Да, вот это все. Я вроде бы перед тем, как мы с вами закончили, пытался улучшаться. А по сюжету, кстати, мы должны пойти либо налево, либо направо, вот, ну, по всем этим. Но так как я пропустил немножечко деревни в то время, то мы с вами возвращаемся назад. У нас уже зато нету взрывающихся двухголовых ребят, но есть все остальные. Да, вон. Я уже вижу. Так. Так, с лучниками была проблема, это я помню, да. А давайте мы просто пробежим. Я согласен, да. Ну, хорошо. Думал, ты ниндзя? Но это я ниндзя. А можно я соберу кустик пока, да? Ты что-то хочешь делать со мной? Правда, очень неумело. Воу. А вон и собака. Как-то я плохо подошел к вопросу. Вообще меня бьет током, да? О, у меня же есть снадобье защиты от зла. А ну-ка. Вот так вот. Превращаемся и вперед. Твою. А ну-ка давай. Твою. Давай. А у меня еще вот это есть. Охренеть, я до него не дотягивался.
Ты будешь бить. Я это запомнил, ублюдок. И это все? Я не впечатлен. Блин, а почему зелья восстановились, кстати? Земляной волк. Вот, кстати. А что твоя форма делает? Избранный превращается в земляного волка и бросается на врага, ошеломляя его. Дает небольшое количество очков концентрации при попадании. Я не хотел его устанавливать, я хотел. Вот, видеодемонстрация. А, понял, какая атака, да. Я понял. Слушай, ну этот просто защиту дает. От атак, кроме того. Поэтому вопрос интересный. Так, впрочем, ладно. Мы справились. Так, я помню, сверху тут что-то валялось. Да, вот души. Но я так и не понял, как их забрать в свое время. Почему-то я не мог забраться никуда. Ну и ладно. Так, а вот здесь вот что было? Толком ни хрена. Так, ну ладно, пойдемте дальше. Кто-то рассыпал подношение. Непорядок. Подожди, что там? Подожди, это жеребец, которого мы видели с вами этот? Ага, понял. Стоп. Помните, когда мы зашли в руины первые? Там был конь, который нам рассказывал о всяком. Что типа царь. И не царь вовсе. Ну, вот такое вот все. О.阁下与我十分有缘，黑风山一别，竟还能在黄风岭相见。这帮鼠辈不分好歹，竟直接将我绑了。大婚说送去什么卧虎寺，演好了送与大王。这里的妖怪皆是恶鬼。不过阁下放心，想吃你马哥，没那么容易。 黄风岭猫鼠同眠，乱作一团，黄风大圣却不闻不问。怪哉，怪哉！这样的大王谁敢投拜？我奉劝阁下，赶紧逃命，此地不宜久留。<笑>你放心去便是，小小鼠妖能奈我何？我自有法子逃生。你是大王。 遇上这群恶鬼也饶不过你，还是快些逃吧。我大事未了，自会趁机逃生。此地人多眼杂，有缘定会再见。你 уверен? Блин, если я тебя ударю, ты же не обидишься? Так, ладно, хорошо. А вот это? Так, а за ним какой-нибудь секретик есть? Или хотя бы кустик? Ну, чисто так. Поддержать здоровое любопытство. Так, а на эти я залазить не могу. О, да, тут, короче, только определенные точечки, куда он может попытаться запрыгнуть. Смотри, а я же здесь, по-моему, бегал, разве нет? Я ж, по-моему, здесь бегал в твое время. Что-то место кажется очень знакомым. Может, оно просто похоже. Сейчас локация такая относительно однотипная. Ага. Где? А сюда можно? Я слышал, кто-то рычал. Я готов с тобой сразиться. Я, скорее всего, дуплюсь, но... Но это не повод не драться. Это как раз-таки наоборот, повод подраться. Так а где? А эти ворота ведут... Да,
На главную улицу. А, нет. Воу! Ай! Пацаны, стойте! Да что? Хорошо, я сделаю по-другому. Да давай, уклоняйся же. Да господи. А ты чё такой живучий? Да ёперный театр, я же... Я все равно не понимаю, как вот активируется вот эта штуковина, потому что я нажимаю вот этот сильный удар, и в теории, как бы написано, это типа там... типа перехвата, или как там называется. И в идеале у меня в этот период должен быть иммунитет к урону. Но у меня его нету. Вот я к чему. Я продолжаю получать люлинку. Мачную. И игра как бы ни хрена не останавливается. Блин, кустик. Подождите, сундучок. Так, а куда я пошел? А, подожди, тогда все верно. Я вот, получается, был только с той стороны. Тут раньше было закрыто здесь. И были лучники сверху. Теперь, получается, они, видимо, все спустились, чтобы надавать мне люлей. Но, как мы видим, их план не сработал. А где все остальные стрелки? Да-да-да, и сундук нельзя было как раз собрать по этой причине. Куча-куча стрелков, куда уж тут не. Слушай, а тогда получается, что все остальные стрелки... делают? Ой, нет. Блин, ну он за одну серию атак тогда молнии меня раздуплил. Да твою дивизию. Лучники, ага, вон сидят, ждут меня. Давай. Хорош. Спасибо, что подлечил меня. Ну, на самом деле, игра намного добрее, чем Dark Souls, ну или Bloodborne, потому что она не лишает тебя накопленных ресурсов. Даже наоборот, по факту, позволяет собрать их еще. Так что это неплохо, в своем роде. Ну, для начала, как раз таки. Другой мой товарищ рекомендовал начать даже с этого, как его? А, Звездный Войн, который... Fallen Order, по-моему, да? Говорит, там типа еще, ну как... еще попроще, в общем, игра. Так, давайте отдохнем. Давайте посмотрим, можем ли мы изготовить... что-нибудь? Я, кстати, если честно, я просто забыл. Ну, могу ли я что-нибудь сделать? По-моему, пушки все. Снаряга. У меня сет, по-моему, из 4 даже вещей. То есть я полностью укомплектован. Подожди, это что-то новенькое. А с чего я ее получил, этот сет новый?
Во время действия туманной поступи окутывает избранный черный ветер, непрерывно атакует врагу. А, медведика. А, не-не, сет медведика мне не нужен. У меня что-то, по-моему... Бездвижный эффект? Да-да-да, у меня как раз таки на стан работает. Я пока со станом бегаю, поэтому не вижу смысла. Так. Блин, офигеть, можно еще вернуться, все и перекинуть. Игра крайне лояльная. Вот прям максимально. Так. Если враг будет обездвижен в момент атаки, заклинание будет действовать дольше. Конечно. Я всегда просто... Ну, не всегда, но... процентах 60, наверное. То есть можно еще усилить их. А за что? Просто, понимаете, я не... Что, кстати, крыса делает? Просто стреляет, правильно же? О, как долго. Зато как хорошо. Слушайте, ну... Дар с головы у Таноса как-то такой себе. Мне вот, конечно, понравился вот этот парень, но... Она очень... Не сильная, как бы так скажем. Урон ядом. Да я не наношу урон ядом. Вот вроде как мне казалось, змейки будут прям очень хорошим подспорьем, но они не как единицы боевые, то есть на них не отвлекаются. Возможно, я попробовал, конечно, вот эту штуку. И после того, как мы с вами разобьем секретик, я ее переодену. И тогда уже решу, хочу ли я усиливать какого-то из духов или нет. Так. Да, по-моему, это особо нечего делать. А выбрать заклинание это... Значит, у меня будет их еще больше. Круто. А, ну да, логично. Мы же видели в самом начале, что обезьяна мог включить какой-то блок на двоечку, на единичку также станил, и на троечку вызывал своих двойников. Там еще и стрелок. А мы по очереди. Я не тороплюсь. Давай, прыгай на меня. Я ж помню, как ты это делал. Ты, по-моему, уперся в текстуры. А ну-ка давай. Ты что, дурной? Да нет. А как я тебя убью? Ну ладно. Просто ведь вот эта атака, она ж не в обратку отражает стрелы, а просто блокирует их. Блин, красиво у вас тут, конечно. Да не, давай попозже. А, подожди, попозже нет, да? А, собственно говоря, а чё нет-то? Вперед! Ну,
Надеюсь, тебе нравится, пупсик. Ага. Явно это был не момент атаки. А вот это был он. Воу-воу-воу. Так, ладно. Тихо, тихо. А ну-ка давай. Я понял тебя. Давай, давай. А если вот так вот? Давай. Вот это я был неправ. Не успел. А, не, почему? Денишка-то прожалась. Ой-ой-ой-ой-ой. По голове. Ага. А вот стена из бут. Ну, мне вряд ли туда. Но мне нужно восстановить энергию. А где? Сюда нельзя забраться, да? Ну, пойдемте сейчас передохнем тогда. Ты что такое? Я тебя вижу. Тихо, тихо, будь спокойней. Блин, вас несколько... Все, я понял. Я понятливый обезьян. Прикольно. А черт. Угу. Что это такое? Ага. Тут кому-то весело. А как тебе забраться, друг? Я все-таки хочу понять. Ладно, я понял. Да, я просто ломаю стрелы. Я же говорю так, что... Так, где тут? Блин, ну бой был такой напряженный, он просто жирненький. Он в целом понятный, как враг, но плотненький.
Давай, иди ты сюда, по старой схеме. Прям на стрелу налетел. Вот я, конечно, красавчик. Давай. О, побежали. Ух ты. Это было очень близко. Это забавно, что восстанавливаются даже ящички. Так, слушайте, а может быть мы... Ага, это явно не отсюда делается, я понял. Так. Ага. Я нашел с первого раза, надо же. Я, кстати, не видел никакой карты по гайду. Просто сказано, типа, подойди, ударь. И ирония в том, что я не знаю, что там. Это арена. Меня сейчас будут бить. Ладно. Обезьяна. Ты мимик? Ладно. Я пойду, да? Серьезно, это прям идеальная арена. Она кругленькая. И большая, кстати. Ладно. Я уже был максимально готов получать люлей. Но хорошо. Я не знаю, зачем эта чешуйка. Но... Раз она секретная, значит, она нужна. Правильно? Мы умеем делать выводы. Кто ты такое? Я даже посмотрю, подожди. Удерживать, да. Огненный скелет. Голые кости белеют в могиле. Тело давно уже истлело и сгнило. Тем покинут мертвец безымянный, житель забытой страны окаянной. Слушай, ну, ты не выглядишь прям скелетом. Но ты выглядишь стрёмно. Это, в смысле, без обид сказано. Даже наоборот, похвала. О! Нет, не делай этого! Это напрасная трата ресурсов твоих. Подумайте. Не, ну я понял, да, здесь походу никак. На всякий случай. Вдруг он взрывается. Я видел всякое. Хотя сильнее двухголового коня еще пока никто не взрывался. Воу. Что такое? О, ты упырь. А знаешь, что я тебе скажу, ублюдок?
Я удержу. Примите на летучая мышь. Хорошо. Мы заберем. А, так ты типа еще и крутой. О, я же, кстати, по ходу пьесы могу менять эти, правильно? Да, да. Кстати, а что ты делаешь? Видеодемонстрация, да. Летит сотни мелких камней. Что? Там не сотни, там 5 от силы. Давай вот эту. Земляной волк, вот мне нравится. Здорово. Так, а вы тут получается... Ух ты. Я думал, я просто это сделаю по приколу. Приятно. Я думал, ты один такой. Ты взял и друга позвал. Воу. Вот это вот сотня твоих камушков, да? Слушай, а что-то больно как-то даже было. А тебе нормально на солнце быть? Давай, атакуй. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты не старался. Давай еще раз. Так, ну это подождите, это куда-то прям ведет, словно. Рыбочку. Может быть. А, ксун. Я все правильно пошел. Тут. Здрасте, я это заберу. Значительно увеличит максимальный запас выносливости. О, да. Кстати, если честно, я тут как-то не сильно заметил, чтобы она прям как-то у меня заканчивалась. С другой стороны, хорошо, что не заканчивается, нафиг надо. Я за ним просто как-то не слежу. Кстати, я, наверное, не прав. Потому что... Если когда-нибудь доберут до Dark Souls, там выносливость решает вообще все. Тут, мне кажется, просто игра полояльнее. Намного. Слушай, ну там же у нас была целая еще одна локация позади. Разве нет? А давайте портанемся обратно. На секундочку, просто. Там же две стороны можно было пойти, вроде как. Может, я не прав. Но в любом случае, нам надо воскурить благовоние. Отдохнуть. Так, вот, хребет желтого ветра, это вот оно, да? Долина отчаяния, вот, наверное, да. Блин, надо вообще-то изготавливать всякое. Ну, я, наверное, буду изготавливать просто все за это, за кадром. Будем заканчивать игру, после чего я буду подходить просто и клепать все. Типа, что на это время тратить, правильно? Не хватает каменной твердости, тигриная чуткость. А-а-а, так мне все-таки надо будет вернуться. Это я даже раньше времени просто сделал. Слушай, тут все равно мост есть. Я просто не отсюда уже пришел. Нет, я отсюда не пришел. Я помню, увидел эту здоровую штуку и ушел. Я кое-что припоминаю. Да. Я тут не был. Фига там парень.
Давайте я заберу штуку. Кстати, штуковина, а не хочешь ли попробовать на себе гнев собаки? Блин, знаете, в голове это звучало как-то злее, что ли. На! Боже мой! Это что за мощь была только что? Каменный могильщик. Фига я собакой бахнул его. Это... Не, ну это рядовой враг был с другой стороны, но как бы то ни было. Угу. Ну пойдем, друг. Давай, фехтовать будем. Что ты умеешь? Так, ты что-то какой-то злой. Ты конь. Ага. Я понял, ты разозлился. Я понял тебя. У тебя очень интересная комба. Да-да-да. Вот я об этом и говорил, но сам попался опять. Да, я запомнил. Ты не взрываешься? Нет. О, укрепляющий... Что? Снадобье? А, все, я понял. Это которое уменьшает урон. Да ведь? Нет, не оно. Ладно. Так, ну этот парень был хорош. Скала страха. Ну, знаете, вообще, вот эта коняга была прям, ну, неплоха, я хочу сказать. Он жирненький. Ага. Ага, плохо. Так, надо сейчас делать пробежку. Давайте, вперед. Да иди ты к черту. Ты здоров? И упади на меня. Фига, он сальтухи крутит. Вот думали, да, неповоротливый, здоровенный противник. Он сальто крутит. Что-то у тебя не так с глазами. О, пойдем. Проверим. Вот смотреть. Око Будды. Важный предмет. Блин, так тут тоже точка сохранения. А куда мне надо? Слушайте, ну... Теперь я запутался. Однако, есть у меня одна мысля. Так, ладно, хорошо, я продолжу качать удержание. Если враг обездвижен, дальность атаки первого удара в серии быстрых так значительно увеличена. А зачем? Ну, типа, просто что есть, что нет. Ладно. Так, что там у нас в основных еще можно вкочегарить интересного? Сразу после бега первый удар в серии быстрых. Да, да, вот, вот это вот не надо.
А, уже пробужден. Ты так мигаешь. Так, увеличивает шанс крит удара. Ну, напасть, конечно, да, но... Движение вперед во время... А дальше что будет? Приведение мощной атаки во время вращения движения, чтобы быстро сократить дистанцию с врагом, оглушить его. Блин! Это круто! Блин, нифига себе! Не, серьезно, прям... Что-то прям интересно даже как-то стало. Ну, хорошо, ладно, сейчас мы... Ускоряться время усиленной атаки с одной стороны. О, новенькая. После успешного использования решительного удара, следующее. Ну вот. Во время решительного удара избранный предвидит атаки врагов и не получает урона от них. Ну, я пока все получаю. Хотя мне казалось, пару раз... Там вот как он красненьким, да, то, что я должен мигнуть? Вот, пару раз, по-моему, было все-таки. Давайте попробуем. Следующая мощная атака с применением очков концентрации активирует небесный удар. Думаю, что да. Мне все-таки казалось, что пару раз было что-то. Так, вот у меня, кстати, с отваром там что-то было. Кто-то мне что-то выдал. Семена небесного лотоса. Да нет, 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 ни хрена. Ну, тогда мы с вами даже отдыхать, наверное, не будем, а смысл? Я хотел вернуться, кстати, на хребет Желтого Ветра. Вот, да, в храм тогда тигра. Ну, давайте пройдем тогда уже эту. Не то чтобы до конца, ну, вы поняли, о чем я. Распорядок уже был там, и тут тоже целая локация, то... Ну, пойдем сюда все-таки. Ага. Так, я что-то вижу. Это, по-моему, что-то кровавенькое, да? Кто-то людей перебил. Угу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я просто пойду в сторонку. Угу. Тут нигде не проще, я понимаю вас. Я могу сломать этот шест? Могу. Правильно. Слушай, ну вы же не просто так тут валяетесь, а? То есть кто-то еще даже покушать принес. А это что за прелесть? Подожди, это скалопендры. Это гигантские скалопендры. Видимо, питательные очень. Раз их так много собирают просто. Слушайте, мы играем за обезьяну, я думаю, он бы даже съел. Я ее откинул, да? Угу. Господи, я подумал, это какой-то противник стоит там. Мне кажется, это замануха, понимаете? Вот я смотрю на все это. Прям вижу ее. О, лисица. Ой, спасибо. Мы сейчас их как раз потратим. Не в это. Я вот... Все, да, думаю про обездвиживание. Пускай все-таки будет вот оно. Мне что-то оно прям так нравится, этот стан. Прям есть в нем что-то приятное. Знаешь, что во время атаки последний раз, когда попытался застанить, я все-таки словил удар, а потом...
Кися самурай. Ну, кися мечник, вернее, ладно. Тут Китай.老子亲自把你的傻儿子洗干净，送出去。你老瓜怂没来，你这拐子脸的小和尚哪儿冒出来的？管他娘的，老子先尝两口。 О, я уже вижу, в ней опасность. Я тебя понял. На. Не, ну он силен прям. Слишком силен, я бы даже сказал. Что происходит? Я выпью немножко. Поздно. Поздновато. Рано. Ну, он сильный. Он прям очень сильный для меня. Рано. Да блин, ну нет же. Ты
Это твою дивизию, как же ж больно. А так хорошо начал. Честно же. Блин, ну у меня маны нету драться с ним. Да ёперный. То дай подышать, пожалуйста. Блин, я как раз хилился. А все, мне конец опять. Там совсем невкусно, конечно. Надо, наверное, будет на снижение урона сделать потом зелье. Come on.
Всего-то 4 или 5 попыток.施主筋骨清奇，正相应着铜头铁臂。 Делать тело каменным позволяет отражать атаки. Неплохо. Хух. Кстати, дух земного волка классный. Серьезно, он прям вообще отлично работает. А, на выбор. Либо стелс, либо... Так, сколько КД? 35? 15. Блин. Угу. А прокачка? Можно отменить? Не нужно. Время перезарядки? Неплохо. Повышает сопротивление урону. Урон от первого удара после си... Неплохо. Очень хорошо. Большое количество очков маны? Блин, ну стелс такой классный. Кстати, он меня спасал, по сути. Но я согласен, да, пускай. Если уж выбирать заклинание, то это, конечно, будет, наверное, отражение именно. Знаете, вот на самом деле, то, что я обращаюсь в волка, мне очень сильно помогает. Вот прям очень-очень сильно помогает. Так что я бы, наверное, все-таки немножечко вкачал бы волка. Ну, саму обилку, вернее. А назад? Нет? Воу, а что у вас тут? Ладно. Yeah,
Ты классный. Ни хрена не понятно, куда мне идти, правда, но... Не суть, конечно. Ну нет. Ну я вообще не готов к этому. Твое. Твое. Блин, вот эти ложные грибочки, блин. Классные ребята. Ну, прикольная подстава. Мимиков нету, но есть вот такая вот. Там кто-то смеялся, по-моему. Ага, ясненько, понятненько. Так, ребята, да подождите, сейчас я тут тоже бегу немножко. Вот видите, кустик тоже. Если что, то я его прошел под эффектом снадобья защиты от зла. Если кто не заметил эффекта. Ну или кто не заметил, что я его выпил. Но дополнительная защита определенно помогла. Возможно, кстати, если бы у меня был бы дух Таноса при себе экипирован, то было бы чуть-чуть, может, полегче, кстати. Ага, я тебя понял. Да ну нет. Ох ты, упырь. Еще и промахнулся по тебе. Ладно, ладно, я это припомню. Медная пилюля. Медная пилюля, говоришь? Ну, это прокачка, я понял все это. Стоп, стоп, он просто не очень-то отзывчиво показывает, мне кажется, иногда снарягу. А, нет, ни хрена не было нового. Ладно. Ладно. Так, ну дух кота я не ел. Тихо, тихо, сударь. А вы чего? У тебя все в порядке? Мне просто тебя похилить, если ты не против. Так, сюжет говорит, что мне сюда. О, конечно, он благовоние мне привел. Ой, хорошо. Вообще великолепно. Это вот ты про отвары, да, хотел сказать, медный. После поднятой бутылки следующую твердую скулу времени можно ненадолго принять без затрат. Да не, ну ты прикалываешься, конечно. О чем ты, господи. Так, где тут у меня этот... как его? Выбрать заклинание, да. Стелс, ты прекрасен, но ты же видишь, что тут прям все говорит о том, чтобы я использовал щит. Дайте этому человеку щит. Слушайте, ну я могу... Да, это, кстати, похоже на тупик в целом, по итогу. Мне просто интересно, скала страха, она прям... Прям локация-локация, или я чего-то не понял просто? Не, отдохнуть надо, да, там ни хрена нет уже. А братаны есть? О! Да просто 40 халявного опыта. Ни за что практически. Опять ты. Только теперь с щитом. Так, стрелков я не вижу. А, потому что они вон они. В принципе... Слушай, я могу с тобой сразиться здесь, если пацаны не будут мешаться.
Подожди, это все? Я на тебя немножко потратил маны, но я думал, что ты просто молодец, а ты оказался не очень-то молодцом. Ага, тут еще один есть. Ну, раз ты там пока ждешь, я ждать не буду, я качаю себе превращение. Тихо, я видел тебя. Ой, нет, нет, ой, нет. Я все вижу. Все плохо. Все ужасно. Че вас так много? А где еще? Да нет, мне не ты, конечно, нужен, но... Вот этот мне нужен был. Все это время. Сплинтер. Ну ты сам налетел. Ну. Я даже не пытался. Опа, опа. А что у нас тут? А я зайду. Вы сундук. Знаете, на самом деле в этой игре действительно можно как нужно учиться пониманию того, что происходит. Ну, это было немножко необычно. Имеется в виду пару раз одуплиться где-нибудь, потом вернуться и так далее, пока ты не научишься. Серьезно? Ну ладно. Тут прям именно что нужно учиться на ошибках зачастую. Кто может проходить тут все с первого раза, я прям пожму вам руку. Большие молодцы. Не обнимайся. Там что, еще один спринтер, что ли? Блин, слушай, я думал, ты уника... Слушай, может, ты перестанешь атаковать меня сквозь стены, например, а? Давай, иди сюда. Кто-то еще... А, плюется этот, видимо. Я надеялся, что я раньше закончу серию, чем он. Но нет. Не закончу. Блин, я забываю, что мне же на двоечку есть контр... Который надо бы тоже отрабатывать немножко. Ага, ясненько. Там психует просто. Оба-на. А я тебя видел. Важный предмет. Камень отрезвления. Хорошо. Кого-то будем отрезвлять, видимо. Чтобы знать кого, но... Видимо, мы об этом узнаем позже. Да блин. Ага, я вижу этого. Похиль меня. Спасибо. О. Я думал, это секрет какой-нибудь.
Ладно. Не, по крайней мере, он меня похилил, так что... Воспринимаем это как что-то хорошее. Оба-на. Засада. Еще одна засада, да? Да тихо, тихо, будь попроще. Почему ты... Да я же уклонился. Туда вот. Чем чаще ты сталкиваешься с противником, тем тебе проще, конечно. Чем реже, тем... Ну, логично, что от обратного работает все. То есть у тебя пока так и не привык, как... Этот конь, например, использует свою молнию, когда он ее применит и так далее. То есть вот именно когда он просто атакует в ближнем бою, там все, в принципе, видно и понятно. А вот с магией, когда у него, там поинтереснее как-то все выходит даже. А, понял. Кушаем. Вообще, кстати, игра реально классная. Прям не жалею, что на нее потратил денежку. Есть в ней определенный шарм. И это не только красивая картинка, надо сказать. А картинка реально очень красивая. Ага. Похили меня. Ну, зато облутал я здесь точно все. Что забрал? Крупица Яугая. Ну, это же, по-моему, для крафта снаряжения как раз нужно. Так, ну у меня даже еще есть зелье, но у меня нет маны. И, к сожалению... Большому сожалению. Я не находил пока в этой игре каких-нибудь эликсиров маны, условно говоря. Интересно, а тут... Ну ладно. Гдым такой. За что, друг? Да что? Подождите, пацаны. Твое. Нет, не твое. Сорян. Я ошибся. А ну давай. Да твою дивизию, ты что, друг? Да я не могу уйти. Да, есть еще. А там разве не 4 атаки это должно быть? Да, вот это вот. И вот это вот потом.
сильные, конечно, сильные. Камушками сейчас попытался. А то есть подольше, чтоб. Сокращение времени перезарядки, да. Угу. Да, да, я, пожалуй, буду кочегарить камушки эти сейчас, поэтому сокращать время перезарядки, отлично, то, что нужно. Будем чаще блокировать этой штуковиной просто-напросто. А! Ты решил выйти меня подлечить? Сорян, ты не вовремя. У меня вся мана кончилась просто. Два ниндзи? А вы уверены, что я с ними справлюсь? Три ниндзи? А ну-ка давайте. Нэш. Я трачу эту штуку на простого моба, понимаете? Ну как на простого моба, конечно. Где твой друг? А, все. Смотри-ка, снадобье восстанавливает все-таки немножко маны. Прям самую малость. Но все равно. Блин, я не знал, что... Я вот все время задавался вопросом, как я восстанавливаю сюда в некоторых моментах себе зелье. И вот ответ, когда я поглощаю вот так вот дух. А, ты просто отдыхал, прости. Так варвар накинулся. Да нельзя, да? Ну ладно. Ну я уже не справлюсь. Если на меня какой-нибудь бот выкатится. Потому что у меня маны нету. С другой стороны, я несколько... Раз до этого справлялся же как-то без заклинаний, правильно? Ну, вот, наверное. Я тебя могу открыть, да? Хе-хе. Да подожди. Сейчас мы пройдемся немножко. Очень хорошо. Тихо! Друг! Как же хорошо, что мне урон не прошел, пока я собирал цветочек. Иди в баню. О, я вижу плюющегося друга. Семена. Так. Дабл килл. Хорошо прошло. Угу. Это не ломается. А это открывается? Нет. О. Чё отдыхаем тут? Вот зачем я шел, да. Дучок. Ну, мне просто крафтить нечего, хотя... Может, я проглядел информацию о новом сете на пресс тигра. Ух, восстановилось перевоплощение. Отлично. Ну, я вошел, конечно, как батя в здание. Слушай, ну тут что-то интересное. Собрать. Просто она не попадает мне задушить, значит, это нормально.
А, ну тут только одно направление, я понял. Сюда гриб? Ладно, давай. Мне все интересно, как я могу адекватно вот перехватить именно не уклонением, а вот вот этой вот штукой, да. Ага. Я умру от яда. Да я понял. Ладно, ладно, давай выкинем. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это я умудрился пропустить-то такую тычку? Он словно вообще... О, впервые пропустил этот удар. Обычно я его избегал, а тут, смотрите-ка, не прошло. Не смог я избежать его. Это вопрос о таймингах, на самом деле. Потому что, да, тут надо привыкать. Вот я обычно от него просто куда-нибудь убегал в сторону, и он его проваливал, соответственно. Теперь я решил, что дай-ка я понтанусь. Я ж теперь великий комбинатор-перехватчик. Ну и выхватил по лицу за это. Оба-на. Здрасте. То есть я мог умереть рядом с сейвом, да? Это был бы фейл. Ой, не! Ой, не! Не! Ну хотя ладно, давайте под конец мы его раздуплим. И на сегодня там можно будет заканчивать. А ну не сюда, псина. Конь. Давай. Опять не вовремя. Да я ж уклонился. Кстати, серьезно. Отдохнул. А то ты заставил меня немножко напрячься. Да ёперный. Цен добывает впервые. И обнимашку пропустил. Все, собрали экспу. Собрали урожай. Посмотрели на ураган. Видим, что там нас ждет скелет. Угу. Скрюченное дерево и все дела. Вот. А, кстати, скорее всего, я так понимаю, вот эти пацаны, кони, это более-менее элитные враги, так что они не респаунятся. И хорошо. Хотя тренироваться зато можно. Экспу набивать, как я и говорил, эта игра добрая, в отличие от Dark Souls, и она не наказывает тебя сильно за то, что ты не справился. Она просто позволяет тебе идти дальше и набираться опыта, прийти прокачивание, там, все дела. И, кстати, тут расходники решают, я так заметил. Вроде бы Dark Souls, сколько не смотрел прохождений, почти никто ничего не использовал, не тратил. Иногда там кто-нибудь угорал бомбочками, но так, чисто по мелочи. Хотя, ну, расходники в стиле снять с себя кровотечение, яд и все вот в этом роде, да, такое, да. А в остальном какие-то усилялки почти никто не использует. Странно. А может, толком и нету, потому и не используют. Вот. Собственно говоря, спасибо всем большое за внимание. Сегодня была бодренькая серия. Мы успели побиться с несколькими боссами. С двумя сюжетными даже получается. Оба жирные. Кот вообще великолепен был. Он меня отделывал как нужно.
Звучит не очень хорошо, но я делал не очень хорошо. Вот. Видимо, чем дальше в лес, тем будут сильнее наши враги. К этому надо быть морально готовым. Я не готов, но надеюсь, вы готовы. Так что, вот. Ой, господи, я как представлю, что потом дальше будет. О, ладно, не будем о плохом. Что ж, еще раз желаю вам хорошего времени суток. Здоровьица, как любит говорить Тори. Здоровьица доброго, вот это все. И, конечно же, удачи. Увидимся с вами в следующей серии.